Hey, yo, guys, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названию Castle on the Darkness. Похоже, мы встретили все-таки финального босса, да? Давайте тогда пойдем с вами в телепорт. Или это не финальный босс, фиг его знает. Сходим с вами в телепорт и... так сказать, телепортнемся. А куда мы телепортнемся? Мы телепортнемся в лесок. Для этого мне нужно будет туда добежать, поэтому встретимся там. Я подумал, если мы все равно в лесу, почему бы не встретить нашу знакомую? А, ребят, эту ведьму. Как раз у нас с вами еще плюс 1300. А это равняется тому, что мы можем с вами прикупить этого. Как оно называется? Ультрамеч. Ультрамеч мы можем прикупить. Да, я помню, как к ней добраться, поэтому как-то так. У нас улучшенный щит, поэтому фиг его знает. Может, прокатит. Ой, убил призрака, найс. Уак! Сейчас бы фул хп и сдохну, да? GG было бы. Так, мы с вами пришли, да? А, нет. Вот, теперь мы дошли, подождите. Заряжаем. Заебись! Ладно, на этот раз я немного покоцанный, но я думаю, мы справимся. Ладно, плевать. Окей, готово. И готово! Я жив, я жив, я жив, я жив. Изи. Изи. Да, на этот раз она вообще не стала проблемой для нас. Она просто отлетела. Райт Кей. Теперь вспомни только, от чего этот ключ у нас. И теперь осталось только живым добраться до финиша. Ту-ту-ту-ту-ту. Готово. Готово, готово, готово. Все, я сохранился. Изи. А что у нас? Подожди, там шарапнель, да, было и ключ какой-то. Код. А, пароль от которого я, конечно же, не знаю. А интернет у меня нету. Окей. Ну, погнали дальше по лесу, куда-то туда вдаль. Да, ветер очень хороший против нее. Хорошо, что я тогда убил сову. Так, это скоро уже в пещеру входим. Да. Ну, мы убили, в принципе, призрак, поэтому здесь без проблем. Поэтому здесь у нас no problem, так сказать. Я уже ваншочу этого челика. Да боже мой! Я... понимаете, вот в чем херня? Пусть я и пьян, да? Ну как, в какой-то степени. Почему они, типа, двойной шот делают при повороте?
Пускай я пьян в какой-то степени, но, как вы видите, боссов я и куда-то доходить в очень опасные места я могу. Конечно, не такие легкие места, но все же. Так, скоро должна быть пещера у нас. Сейф. Здесь я не помню, кто у нас был. Вот здесь у нас пещера была. Так, Соник, извини. Кабина нам еще нужна. Так, мужик со сейвом. Так, здесь у нас ничего. Здесь растение убийца было довольно легкое. В одно место пуляет свои корни, да и не атакует вообще ничем. Так, здесь у нас... А, там лед, подождите. Или нет, подожди, подожди, я не помню, не помню, не помню. Где еще мужик у нас, который с оружием? Да, здесь лед, все. Я не помню, где находится мужик с этим мегаоружием. Да, я могу плавать, найс. Ауч. Сейва. Так, здесь у нас водичка. Здесь у нас водичка, здесь переплываем просто. Новое местечко. Музей МК, я не помню где, но я помню, что он есть. Это, кажется, в золотом этом, да? В золотой локации. Это у нас в золотой локации. Три прохода. Давайте сюда немного пройдем. Стой. Я косарь подобрал только что. Или мне показалось. Ладно. Mm-hmm.
Да ладно, блин, ну нахера такие делать проходы? А, подожди, так из некоторых врагов можно выбить предметы, оказывается. Айтем. Плюс 6 хп. Суси. Буду знать. Что из некоторых врагов выбиваются вещи. Довольно полезная инфа, на самом деле. Порядок нужен какой-то. А куда я тогда пошел? Не хотел дотрахиваться. Так, тихо, заряжаем. Открывать. Я ж сейчас заряжу атаку эту, и то бишь пизда. Люда рыбина. Ладно. И так будет пизда. Короче, понял. Я понял, в чем движ. Жука. Рыба либо дракон. Серьезно? Когда я уже столько прошел? Ладно, просто сдохнуть лучше. Это на самом деле лучший вариант, потому что я так столько времени потрачу, чем заново сюда просто добежать.
давайте вправо. Так, здесь, да, есть проход? Так, косарь. Тут только двойной прыжок. О, проход. Убивает, ладно. Ага, не убивает. Убивает оно все. Ок. Для типа это Флинстоуны, знаете, игра есть. Там такие вот моменты. Я помню эту игру Флинстоуны. А, у меня хп много, поэтому... И как мне это провернуть? Я понял. Как мне тебя атаковать? Ты мне скажи, пожалуйста. А, где-то там урон проходит. Я понял. А, во рту вообще. Ого. Ого. И как это так? Так убивать. Ай. А почему ты на меня летишь? Ай-яй-яй. Я чувствую, я сейчас подохну немножко. Это может быть только намеком. Поэтому не обращайте внимания. Я на шипы залез. Это правда? А, надо осторожнее на этот раз.
Я просто плаваю и пытаюсь не замечать того, что там находится много. У меня тут своя обстановочка. У меня тут внизу электрошок. Снизу. То есть снизу электрошок, да? Сверху шипы. И хер попади по врагу. Не, ну это ладно. Вот это вот опасно. А если я буду на одном месте стоять, слушайте? Ну типа, рыбы-то меня не достанут. Вот бульбушки могут достать только. Но это довольно долгое занятие на самом деле. И довольно неуважаемая себя работа. Вот шипы, блин. Самое опасное в игре здесь это шип. Комар в лаз залетел. Это шипы. Босс несложный, но он долгий. Типа ваншотить рыбки ваншотится сразу. Пузырьки не достают, если стоит на той платформе. Поэтому такой, смотрите сами. Типа бить постоянно карту, лететь. Такое занятие не очень приятное. Долгий, да, долгий, согласен. Вот часто я мог, во-первых, сдохнуть, ну как, получить урон от пузырька, и во-вторых, сдохнуть просто упав. Ну, ударив себя. Ну да, почти, почти. Ай. Ein, zwei, drei. Фу, сердце босса получено, окей. Может, давайте я лучше отправлю сохранюсь, потому что вдруг это сейчас херь у меня стрельнет, и я просто сдохну. Ну, представьте на секунду такой момент. Чё-то я стал каким-то медленным, да? Ну, кто его знает, ребят, ну, камон. Этого не знаем, поэтому мы туда плывем. Это вообще задник, это голова Аку из самурая Джека. Так, куда-то поступила вода, хорошо. Я дал куда-то напор воды. Куда?
знает, ладно. Ну, мы идем на сохранялку. Идем вверх. Забрал. А че включил? Ой, сохранюсь. Слева. Я помню, я точно что-то включил. А вот что я включил? Я думаю, я воду запустил. Так, и мы еще налево, да, не ходили? Мы еще не ходили налево. Мы еще не ходили налево. А вправо мы были? Вправо мы были. Значит, нам влево. Окей, 4. Я хотел сказать 4 со смерти, потом я подумал, а какого хера я здесь начинаю? Если я уже столько прошел. Потом я вспомнил, что я не так уж много и прошел. Зараза. Блин, ну, я говорю, самое опасное это здесь в игре шипы. То, что в основном убивает, это шипы нас. Ну какого черта? Ну какого черта? Готово. И мне интересно, если упаду, я сдохну. О, сохранял. Окей, я понял. Окей, я понял. Если пацанчик голову поднимает, сразу стреляем. Потому что нехер поднимать сюда голову. А он, походу, не поднимает, да, ее? Хорош. Сейв голову правильно. А чё я так столько урона получил? Подождите, а чё я вначале столько урона получил? Тоже довольно немало получать, я вам скажу.
когда меня начинают атаковать. Он больше получает на самом деле от моего залпа. Не, парень, ты отлетаешь, сори. Сори, дракош. Но ты отлетаешь. Изи. О, сердце. Я сейчас подойду, сохранюсь и пойдем туда дальше. Или там просто проход. А, так тут просто проход. Russian Water Heart. Подожди, Russian Water это куда? В голову куда? А, так тут здесь все-таки была смерть, да. Ну ладно, давайте, в принципе, на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.